вот обратно получится. Тебе же жил и не ел. Все, я буду называть аккуратненько. Блин, просим вас на выход. Я не знаю, сколько лет вообще стоит. А потом, пожалуйста, сейчас подписывай канцелярию. Принеси с вас стул. Да, вызывали. Да. Приехали.
Документы. Багажи запрещены к перевозке. А, давай еще понятые. На борту воздушного судна и к обороту на территории Российской Федерации предметы вещества находятся. Да, смотрите. Ну, вы поясните, что ли, время? Ну, либо так, скажите на слова. Желательно без ценных вещей, если есть возможность, потому что нам его отдавать, там тоже...